Всем привет! Если вам нужен ботинок для технического трекинга и при этом жариться в классическом мембранном ботинке вы никак не соглашаетесь, то внимание на экран. Модель Marmolada Pro HD от итальянского бренда Scarpa. Вообще, эта модель давно уже присутствует в арсенале компании и имеет огромное количество поклонников. Но в данной версии итальянские обувщики применили самые современные технологии из своего арсенала. Сразу начнем с применения данной модели. Это нестандартный ботинок, он ориентирован не только на движение по тропам, но и на прохождение технических маршрутов. Вы можете спокойно карабкаться по скальным участкам, главное здраво оценивать свою подготовку, так как манжета ботинка достаточно гибкая и не может жестко фиксировать голеностоп. Она отлично подойдет тем, кто хочет иметь жесткий каркас подошвы и при этом хорошую свободу движений. А теперь про характеристики. Верх выполнен из сочетания замши с декоративным тиснением и синтетических вставок, что обеспечивает прочность и отличную анатомичность ботинка. Шнуровка двухсекционная и увеличена для фиксации стопы от самых пальцев до голеностопа, что неплохо будет отражаться на точность постановки стопы на сложном рельефе. Носочные и пяточные зоны усилены, а это значит, что можно за износ стойкость точно не переживать. Верх манжеты имеет мягкую вставку для комфортной посадки и препятствует натиранию ахилла. Подошва Vibram Drumlin имеет низкий профиль, что дает большую устойчивость, а промежуточная подошва EVO двойной плотности обеспечивает стабильность и достаточную амортизацию. Что касается микроклимата, то тут все по-другому, в отличие от классических вариантов. Технология 37,5 обеспечивает стабильно комфортную температуру даже в жарких условиях. Ну а мембрана Edge Dry обеспечивает влагонепроницаемость и при этом, согласно тестам, имеет большую прочность, чем Gore-Tex, благодаря бесшовной конструкции и технологии ламинации прямо на материал верха. Если говорить о колодке, то она объемная. Я как обладатель широкой стопы так и не смог зафиксировать пятку без анатомической стельки. Так что на эту зону обращайте пристальное внимание при примерке. Ну и, конечно, специальная фирменная подошва от Vibram, которая будет актуальна при любых условиях. Так что если вы готовы смириться с жестким каркасом, то можете их использовать и при равнинном трекинге. В целом это отличный ботинок для тех, кто уверен в своих силах и хочет иметь в арсенале модель, которая позволит проходить даже вертикальные участки маршрута и при этом ощущать свободу и комфорт при любых климатических условиях летних гор. Берегите ноги и до встречи на маршруте!